Сегодня на велосипеде решили проехаться по ночному, ну точнее по вечернему городу. На улице полностью стемнело. Сейчас примерно 19 часов, как показывают часы вокзальные. И мы из первого Волхова поедем во второй Волхов по ночному городу. По пути покажу, как наш город выглядит в это время суток. Небольшую остановку решили сделать в Октябке, чтобы отсюда полюбоваться видами ночного завода и ночной гидростанции. Мы приехали в конечную точку нашего маршрута. Проехали через весь город, посмотрели на ночную ГЭС, завод. Say the word.